Она была его старше на 26 лет, а он не знал, где его дом и очаг. Раздолбай! Она брала в супермаркете и ужин, и обед, и он был тоже одинокий босяк. Халапай! Она была совсем обычный и простой сисадмин, носила модный ярко-красный рюкзак. Йогаза! А он своей пустой берлоге жил с рождения один обычный русский огородный хомяк. Сисадмин и хомяк, сисадмин и хомяк, любовь никогда не приходит просто так. Сисадмин и хомяк, сисадмин и хомяк, любовь никогда не приходит просто так. Она увидела его на огороде отца, и он увидел же ее там же, там. Ухажер! Но вдруг забились однотонно их большие сердца, как один гулкий эх индейский там-там. Барабан! Но тут отец, не зная сути, вилы в руки вдруг взял и в хомяка тугое тело вонзил. Балюган! Она взяла его на руки и к себе прижала, а он лишь тихо по-хомячьи говорил. Сисадмин и хомяк, сисадмин и хомяк, любовь никогда не приходит просто так. Сисадмин никогда не приходит просто так. Так, 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 так. Давайте поаплодируем. Коллектив «Я видел Брежнева». Вы зрители, у всех рубашки застегнуты. Да, видите, видите? Да. Нас миллионы! Посмотрите, Андрей Борисович. Вас не хватает, да, там, квартет. Если вам не смешно, по пояс раздеваетесь, да, плюете в ладонь и вот держите. Слюна текет, знаете, как щекотно. По-любому будете смеяться. Попробуйте. Спасибо за совет.